Всем привет, друзья, на связи Всероссийский фестиваль «Душа баяна». И мы начинаем сегодня, 8 октября, конкурсные прослушивания в Сибирском федеральном округе. Мы в Абакане, в республике Хакасия. Ну что, «Душа баяна», «Душа России». Фестиваль действительно уникальный. Когда я внимательно читала положение, думаю, что это такой великий додумался, совместить все в одном фестивале. И самое главное в этом фестивале – это баян. Мне очень хочется, чтобы у участников был такой исполнительский драйв на этом фестивале, чтобы вам хотелось играть, хотелось покорить членов жюри. А у членов жюри были настолько яркие впечатления, и появились какие-то звездочки, которые вы бы хотели, чтобы они были, сияли на небосклоне, и которые вы хотели бы принять куда-нибудь к себе в учебное заведение. Практически весь спектр мы уже увидели, кроме хореографии. Это инструментальные ансамбли, это соло на инструменте, это вокал с аккомпанементом, это хоровые группы с аккомпанементом. Уже практически все как бы группы уже обозначились, да? Завтра, конечно, будет, с моей точки зрения, очень интересный день, где будут представлены еще, может быть, сильная группа инструменталистов. Но уже понятно, да, что инструмент, в общем-то, сохранил свое лицо и способен развиваться дальше. Подобные фестивали, это, во-первых, прежде всего встреча друзей, коллег, жителей нашего замечательного региона. Ну, говорить о межрегиональных связях, это, по-моему, все даже и так очевидно. А говорить о том, что люди встречаются, люди видят друг друга, учатся друг у друга, принимают опыт, по-моему, это самые очевидные вещи, которые происходят. Первая половина дня – это уже удача большая для этого региона, для Сибирского федерального округа. Надеюсь, что завтра наши участники нас не разочаруют. Солнце тащило гора на лесном горбу. Славка сбежал на войну. И Колян сбежал. Славка гармон прихватил, Николай трубу. Каждый геройский отчаянный черт не брат. Пули, окопы, какой-то штабной кретин. Двое их было в Воронеж. Душа баяна!